Здравствуйте, вы на канале «Любимая дача», Иркутский район. Меня зовут Оксана. Сегодня 16 сентября, и я решила помыть теплицу. Приехала на дачу после обеда. День теплый, сегодня 18 градусов, замечательная погода. Почему я мою ее сейчас, когда еще у меня растут растения? Потому что мы закрываем летнюю воду. У нас часто бывают заморозки, и перед заморозками воду обязательно закрываем. А растения эти я оставляю до морозов. То есть пока эти огурцы здесь не замерзнут в теплице, они будут расти. Ну и плюс еще зять уезжает. Воду он перекроет перед тем, как уехать в командировку. И поэтому мне нужно теплицы вымыть до 24 сентября. Что я сейчас делаю? Значит, я, ну, обрезала листья какие-то, мне не нравятся огурчики, оставила расти, сейчас соберу их еще. Я налила в тазик зеленое мыло, сейчас покажу какое. Для мытья пользуюсь вот таким зеленым мылом или дегтярным мылом. Наливаю капельку этого мыла в тазик, беру губку. И вот там, где зелень, прямо губкой я стенки хорошо-хорошо отмываю. Я уже помыла сейчас. Их тут ребятишки просто бегали, сильно кричали. Я не стала снимать, как мою. После этого беру швабру. Взяла вот из дома прям такую швабру. И пролажу там стенки теплицы. Вот здесь они у меня свободные. Прямо вот так вот сверху вниз. Все это промываю шваброй. И вот здесь также. Ну и вот здесь с краев, где я смогла, там достала... Вот так сверху тоже шваброчкой все это прокатываю. А потом беру шланг и, ну вот, подключаю такой шланг. И просто из шланга все проливаю чистой водой. Все двери у меня были прямо в зелени, в такой. Я сейчас все хорошо отмыла. Руками прям вот эти штучки. Сейчас я еще руками протру тряпкой как следует, потому что они плохо отмылись. Уже темнеет немножко. Вот беру прям тряпочку. И вот так хорошо все протираю, все эти жердочки, промываю все это. Можно губочкой помыть. А стенки теплицы просто шваброй и потом споласкиваю из шланга. И я так делаю не только в этом году, я так делаю всегда. Потому что растения из теплицы я не убираю до самых морозов. Ну, огурцы, мне хочется, чтобы огурцы были... У нас, ну, до последнего, то есть пока они не замерзнут. У нас бывает так, что вот ударит мороз, сильные заморозки, например, да, и огурцы замерзли, и потом наступает теплый день. И вот в этот теплый день я потом могу эти огурцы срезать все это и убрать из теплицы. А до самых морозов мы еще будем со своими огурчиками. Не надо в магазин ходить, это очень удобно. И зелень у меня еще будет здесь расти. И редиска будет расти. Ну, перцы, конечно, я соберу скоро уже. То есть перед заморозками я перцы все соберу. Мелочь оставлю какую-то, какая выживет. Ну, мелочь какие-то такие маленькие, совсем завязи. Ну, такие, например, оставлю. Потому что у меня есть инфракрасные обогреватели в теплице. Вот здесь. И они могут еще сохранить мне мои растения. А редиска и зелень, она еще и в октябре может здесь порасти. То есть еще октябрь. Бывают теплые дни, когда солнечный день, теплица нагревается, а ночью, если минус, включатся инфракрасные обогреватели. То есть я всегда вот так вымою сначала теплицы все по теплу и оставляю уже растения. И еще почему я так делаю? Потому что у меня растения не болеют, у меня все здоровое. Мне нужно просто отмыть вот эту зелень, зеленый налет со стенок теплицы и все. Теплицы я ничем не обрабатываю, ни серными шашками, никакими химикатами. То есть просто мою и все. И вот она у меня теперь чистая. Посмотрите, какая прозрачная. Хотя уже вечер, видно плохо. А завтра, если погода мне позволит, вроде бы обещает хорошую погоду, я также вымою вторую томатную теплицу. Покажу. Вот для сравнения непомытая теплица. Вот у нее такая зелень на стеночках. Ну, не сильно, конечно, но есть, видно. Вот эту зелень я губочкой смою. Здесь, прежде чем мыть теплицу, я сначала соберу такие уже поспевающие помидоры и уберу кусты, на которых не будет совсем томатов. Ну, вот, например, вот такой куст, смотрите. Вот эти два помидора, они уже краснеют. Я их срежу, уберу в дом и кустик уберу. И так сделаю со многими. То есть там, где помидорки можно собрать, и ничего уже не останется. Вот здесь тоже вот пустой куст и два помидора наверху.
соберу. Вот эти тоже помидорки соберу. Кусты эти удалю. И у меня станет сразу здесь просторнее намного. Вот этот кустик тоже уберу. И помою спокойненько. Возьму швабру, она прекрасно там проходит между кустами. И потом из шланга все это я прополощу. На сегодня мою вторую теплицу. Вот налила водички зеленым мылом. Прям беру вот так губку. И всю вот эту зелень губочкой я отмываю. Все жердочки вот эти, перепоночки. Здесь тоже все надо помыть как следует. Все вот эти места прям пролажу между помидорами. И вот так там все мою, где достану, потом шваброй пройдусь. Наступаю на горчицу, ничего ей не будет. И вот эти штучки все я промываю. Потом прям пролезу туда вниз, но с телефоном не получится. Ну вот так делаю. Вот потом беру швабру. И вот так прям швабра у меня такая хорошая. Из дома одной рукой мне трудно. И вот так, смотрите, я потолок этот весь промываю. Вот таким образом. Двумя руками мне удобнее будет. И потом вот сюда за помидорки тоже швабру ставлю. И вот так вниз, вверх. И будет чистенько. Все промыла губкой, шваброй, все теплицу. А теперь просто открываю шланг. И вот так. Это чистая вода. Если она попадет на помидоры, ничего страшного. Все высохнет у меня. День теплый, солнечный сегодня. Я как раз выбираю такую вот хорошую погоду. И начинаю прям вот так все это мыть. Ну все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому полезны такие видео. Всего хорошего, до свидания.